пойду. Приехала я в гостиницу Братислава, Beauty Lash Salon, для наращивания ресниц. Так что пойдемте со мной и посмотрим, как это будет выглядеть изнутри. Находится на втором этаже 202 офис. Это так, на минуточку. Честно, запуталась вообще, потому что на второй этаж еле попала. В этот ваш бьюти-центр. Сейчас буду искать этот салон. Попала я в офис. Сейчас будем делать мне реснички. Я думала, что может брови, или вы брови не делаете, только ресницы? Спросите мастера. Мастер. А бровки можем откорректировать и немножко покрасить. Вот, я хочу покрасить и откорректировать. И глаза тоже откорректировать. А глазки будем наращивать легкое, да, наращивать? Очень-очень легкое, вообще натурально, может даже чуть кошачье, знаете, вот когда вот здесь. Да-да-да, я вижу. Сейчас решаем просто с мастером, что будем делать. Здравствуйте! Найти легко, в принципе, только надо не заблудиться в лифтах. Второй этаж, 202 кабинет. Сейчас я буду наращивать все ресницы, посмотрю, что с этого выйдет, а потом брови. И конечные результаты фотографии покажу в Инстаграме, ВКонтакте и на Фейсбуке. Так что, поехали. Девочки, честно, уснула. Так классно. Один класс мы уже сделали, мне безумно нравится. Приходите сюда, если вас заколебали ваши мужья, заколебали ваши парни, и просто отдыхайте. Честно. От забот, от всего, потому что здесь можно не только сделать ресницы, но еще и поспать хорошо. Это тоже у нас время, хороший релакс. Мне безумно нравится. Так красиво. Сейчас сделаем второй глаз. И будем делать брови. Сделали мне глаза. Очень круто. Сразу другой взгляд. Угу. Очень естественно, как хотела, потому что модельным нельзя, чтобы было накладное, да, такое все искусственное. Очень нравится. Вы мне потом на камеру расскажете, как ухаживать, хорошо? Да? Чтобы просто девочки знали, не боялись, что это не какой-то там камень на глаза кладут. И что все проще. Так что приходите, находится на гостинице Братислава, второй этаж. Можно подняться по лестнице или, например, в лифт зайти и на второй этаж, только не перепутайте. Там есть какой-то лифт, который не работает. 22 офис, правильно? 202. А, простите, 202 офис, вырежем. 202 офис, так что записывайтесь. Номер телефона и контактные данные будут внизу под описанием. Делают мне сейчас брови. Я уже вызвала такси. И сейчас буду ехать на другую встречу к девочке, которая сделала для меня специально капкейки, чтобы я их попробовала. Так что насыщенный день. Потом еще одна встреча. Так что сейчас смотрим, как делают брови профессионалы. Кстати, цены очень демократичные, и каждый себе может позволить. Честно, девочки, позволяйте себе. Вы этого стоите. По-моему, сколько, какие цены у нас на брови? Коррекция 50 гривен. Коррекция 50 гривен, покраска 80, правильно? Mm-hmm. Правильно. Я оставлю все ссылки и описания, так что, кому интересно, зайдете, посмотрите и запишитесь. Поверьте, это того стоит.